Всем, друзья, привет! Вы на CodePlay, и это игра про дедулю, который любит подшкодить. И не только. И, короче, мы воруем, тащим себе. Вот знаете, людей, которые барахольщики, которые... Ой-ой-ой, нифига себе, торнадо! Торнадо, про что же ты пронесся? Это офигеть, нифига себе. Мы пережили торнадо. И как бы все. Опа. Уже соточка. А как это прокачиваться можно? Ну, о, здесь книжки. Это мои книжки, не надо ничего. Мои территории, мои законы. Что ты орешь там? Гневная кобылка. Так, стульчак, стульчак мой. Не знаю ничего про... Пошел вон отсюда. Собака, защищай меня. Во. О, и даже это можно. Во, на. Что это произошло? Ну-ка, а камень можем туда загнать? И нифига себе, точно. Мы все можем туда загонять. Да, принеси мне. Ты моя собачка, ты моя прелесть. Тяпочка. Тяпочка, лапочка. Все, собирай, все мне собирай, ты моя Ваня. Прям моя хорюсенькая. А ты что сюда пришел, козел? Не знаю ничего, пошел вон отсюда. Китаец. А что это за на голове шарик какой-то? Так. Так, это мое. Все мое. Ваше ничего. Я думал, инопланетяне прилетели. Вы чё, стаскиваете мои учебники? Да, ты думаешь? Смотрите, на китайца на это, налетели. Типа говорят, что типа я хороший, типа китаец, типа это дедушка. И типа всем даю учебники. Это мои учебники. Не надо мне здесь. Тащат, тащат, тащат. Ну, тут недовольные козлы. Это мои учебники. Вот так это, все. Гоняют здесь. Кто там? Силачи это. Ну-ка, малыш, забери все. Хватит. Хватит за яйца их. Правильно. Нечего. Мое письмо. Мне прислали. Ой, мячик, 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 мячик. Да хорошо, ну тебе хорошо, мы заберем. Мне долетел, ну сейчас мы долетим. Был чей-то мячик, на мой мячик. Недовольные ходят здесь, буркают. Так. Так, это мы сдвинем. Так, все. Ну-ка, пошли. Как тебя назовем? Доги-боги-боги-боги. Ну, как-нибудь. Так, я по зебре иду. Кого-то сбили, непонятно кого, но кого-то сбили. Так, что здесь еще? Опа! А ну-ка, собака. Все недовольные, что-то. Все это на мое. Ну-ка, пошли вон отсюда. Все. Как пос... Ничего нету. Вот, это все мое. Пошли вон отсюда. Вон пошла отсюда. Ничего не вижу.
Все прозрачно. Дверь открылась. День прошел? Нет. Сколько мне надо? Выжить. Мне говорит, выжить надо. Собака, ты доноси хотя бы книжки. Книжки доноси. Я здесь доношу их. А что в хате есть, интересно, а? Чтобы спиздить в хате. Кого не вижу. Это кто, убитый или что? Ой, меня запалили. Собака не умывака. Ты давай это. А, вот. Хозяева. Ну, кактусы. Видал я таких. Да-да-да. Злых. Ничего вы не понимаете. Это мое барахло. Я мастер по книжным изданиям. Так. Че, мужик? Че расслабленно ходишь здесь? Это моя здесь территория. Ну что тут с учебником? Может, ты стрелял у меня учебник? Мой учебник. Ах, тут злая говёшка. Пошел отсюда. Сыри. Япончик. Пошел вон отсюда. Это моя территория. Надеюсь, ты не будешь сюда заходить. Это моя территория. А то выстрелю тебе. Я тебе выстрелю дрободедом. Прям ты. Щупленькие глазки. Да-да-да. Пошел вон отсюда. Пошел вон, собака. Собака, кусай ее. Кусай. Я напишу на тебя коллективную жалобу. Она будет тебя драть. Она тебя будет драть. Пошел отсюда. Как дам тебе. Пошел отсюда. Он что-то неуемный какой-то. Дурачок. Во, пошел вон отсюда, это моя территория. Во, отлично. Забираем наш учебник, и там наш учебник. Так, два дня выживания. Два дня выживания. 765 очков. Че надо кому? Все мое. Три лазят друг друга. А если мы тело заберем? Блин, какие шумы здесь. О! Неси кактус, да. А ну-ка не ори. Я случайно взял. Нафиг этот камень. Вот сюда его. Камень увезли. Неуемные, а? Да я сказал, это мои учебники. Чё надо? Были, пропали. Все, до свидания. Собакен, давай ищи тоже что-нибудь. А чё? Не нравится мне она. Тетка. Ну-ка закрой дверь. Пошла вон отсюда. Моя территория. Территория моя, скажи. Что ты довольна? Чем ты довольна?
Вот я тебе скажу, мусора нету и все хорошо. Да, поклонись мне, как к своему учителю. Пришли здесь, смотри, толпа. Вдруг мне схватит. Зовите. Вот ты под. Кто это был? Ну-ка, аккуратней. А что ты испугался? Кто-то очечки потерял. Пошел вон. Он по дороге не может. Ой, все недовольны, смотри. Ой, они улетели. Ну не хватает моей очечки. Пошел вон. Опа, его. Откинуло. Такое не в понятках, а что произошло? Че, испугался деда? Я разгневанный дед. Сто шкур одет. Два дня. Два дня выживания. Ух, я вам покажу, как надо жить. Че надо, пацан? Че пришел сюда? О! Пацана! Пацана сбили. Пацанов сбили, чувак. Че делать? Че делать? Зеленый, уйди отсюда. Тела надо прятать. Ой. С этими телами непонятно, что делать. Тысяча. А можно тачку своровать? Я хотел тачку своровать. Нет, нельзя? Полиция, полиция! Уходим, пёсик! Спецназ. Да-да-да-да-да. Вы меня что ли искали? Хорош триггерить. А как, почему бы за холодильником-то бьете? Сердечная атака. Два дня нету. Чё за фигня? Короче, вот такая вот билиберда, я не понимаю. Там, короче, надо было бегать, наверное, от ментов. Я не знаю. Но... Кто-то приходит, что-то приходит. Чё надо сюда, а? Пошли вы отсюда, а? Странно, конечно.
Я застрял. Я застрял. Я застрял. А там торнадо. 1000. Ой, сосали. Смотри, что делается, а? Торнадо. Вообще нас небо подняло. Чего улучшений здесь есть? Дочь. Амина. Дог. 2-3. Не хватает. Что еще? Еще стамина. Улучшенный этот. Спорт. Ладно. Улучшили. Посмотрим сейчас, что. Я не знаю, это какая-то... Кобздец. Ну и чё? У нас 3 собаки. Собаки, быстро помогайте. Собаки, быстро помогайте. Это мои прям... Прям по щипах. Прям собакены, давайте, помогите. Мне нужно все собрать. Собачник, да? Типа я собачник. А ну пошла сюда. Чикин, 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 бикин. Смотри, китайцы бы набежали здесь. Ой, сломал. Спину сломал себе. Забирай, 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 да-да-да. Собака. Давайте камень еще соберем. Камень, собаки, давайте, наверное, вот зубы надо было. Опа. Опа. Так. Вот этого чувака. Я. Ты зачем камень? Ну ладно, почитали и нормально. Так, стамина быстро восстанавливается. Собаки, собаки, давай. Ты это, работай. Все гневные какие-то дурачки. Опа, а ты что здесь спишь? Опа. Ты что, деваху бежишь сюда? Ты какая-то опасная. Да собака, ну не триггери меня. Время ушло. Так, учебники мои. Я уже в доме, блин. Короче, вы поняли. Короче, берешь, все собираешь, очки заполучаешь. И все, все огонь. Но, ну вот такая вот. То есть, кто хочет побалдить, поулучшать все это, пожалуйста. Хочет вредным дедом быть. Всем пока-пока. Аригато.